Всем привет, народ! Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как смена региона в Steam. Я знаю, что эта тема достаточно и популярная сейчас, и интересная, так как я думаю, что ни для кого не секрет, что в разных странах разные цены, и соответственно в некоторых странах могут быть игры намного дешевле, чем в стране, в которой вы живете и которая указана у вас в Steam. Поэтому сегодня я расскажу вам, как вы можете сменить свой регион в Steam. Если же эта тема тебе интересна, то обязательно подписывайся на мой канал и прожимай лайк этому видосу. Кстати, мы идем к цели в 30 тысяч подписчиков, поэтому мне будет максимально приятно, если ты подпишешься на мой канал, ну а еще если прожмешь колокольчик. Ну что ж, присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Итак, первым делом для того, чтобы сменить регион в Steam, вам понадобится скачать какой-нибудь VPN на свой компьютер. Есть небольшая приметочка, этот VPN должен быть установлен именно на ваш компьютер, то есть никакие разрешения в браузере и тому подобные вещи вам не помогут, скачивайте именно на компьютер. Сайт, где есть топ VPN-ов бесплатных, я оставлю в описании под видео, вы сможете выбрать тот, который вам будет подходить. Но если же у вас есть какие-то финансы, вы можете взять себе платный VPN, например, подписку на месяц или на неделю, если такая имеется. Поскольку за рекламу VPN мне никто не платил, то и, разумеется, рекламировать VPN, который я использую, я тоже не буду. Но его название вы сможете увидеть на экране по ходу видео. Ну что ж, предположим, что вы тоже определились VPN и установили его на свой компьютер. Далее то, что нам потребуется, это выйти со Steam на компьютере. На своих девайсах других вы можете в принципе оставаться авторизованным. Я думаю, что тут не имеет никакой разницы. Главное, чтобы на компьютере вы вышли до того, как включили VPN. Итак, вы вышли со своего аккаунта, далее возвращаемся в VPN и выбираем ту страну, которую вы хотите, ну или которая вам доступна. После того, как вы включили свой VPN, заходим в Steam, ну и проходим авторизацию. Далее, для того, чтобы сменить страну, вы просто заходите в магазин и ищете максимально дешевый товар, который там есть. И разумеется, вам нужно его купить, используя карточку той страны VPN, которую вы используете. Я для примера взял вот такую вот игру, и после того, как я включил VPN, у меня вот здесь есть такой флажочек, который могу переставить. Ну и разумеется, выбрать ту страну VPN, которая сейчас у меня активный. После этого вы добавляете обратно товар в корзину и оплачиваете той карточкой, которая привязана к этой стране. Ну и последнее действие, которое вам остается, это заполнить всю информацию той страны VPN, которую вы используете. То есть вам нужно будет ввести там город, адрес, там квартиру и так далее. Все эти данные можно спокойно найти в интернете, если просто поискать. Тут универсального какого-то совета я дать вам, к сожалению, не могу, поэтому выбрали, например, страну Германия, да, заходите в интернет и ищите адрес, индекс и так далее Германии. После того, как вы все это подтвердили, нажимаем сохранить, разумеется, применяем эту информацию, и наш регион успешно сменился. Ну и на этом все. Ваш Steam теперь автоматически перенесен на тот регион, который вы начали заполнять и соответственно заполнили. Далее никаких проблем у вас не должно возникать. VPN вы можете выключать и пользоваться Steam уже как обычно. То есть уже ничего там не слетит и вас, разумеется, не заблокируют. Не меняйте слишком часто регион, так как это чревато последствиями и вас в принципе могут заблокировать, ну почему бы и нет, да, в общем-то. Поэтому пользуйтесь этим с умом и не заигрывайтесь. Ну и всем спасибо за просмотр этого видео, обязательно прожимай лайк, если это видео было тебе интересным и полезным, ну а также оформляй подписочку на мой канал. Спасибо, что помогаешь мне дойти к цели в 30 тысяч подписчиков. Всем пока!